Ну вот так это выглядит снаружи. Там у нас соседи. Тоже какой-то автолюбитель старых машин. Здесь гараж. Там какие-то цветы. Тут место для костра. Даже дрова. Это задняя часть домика. Тут тоже соседи. Тут гамачок. И столик. Пройдемте внутрь. Так, тут у нас прихожая. Здесь тоже небольшая комнатка. Телевизор. Диван, кроватка. Там здесь наша бильярд, можно играть. Living room. Здесь спальня. Спальня, всякие клозеты есть. Места полно. Тут душ с туалетом. Так, ну так вот. В общем. Здесь кухня. Плита, микроволновка, холодильник. Холодильник два еще есть огромных гараже. Так, вот тоже небольшая комнатка. Курилка. Здесь еще одна ванна. Еще одна спальня есть. Два человека легко поместятся. И третий между ними. Ну, в общем, как бы здесь все.